парке металлургов на торжественной линейке первоклассники 162-й Самарской школы. Там сейчас завершается капитальный ремонт, поэтому первое время учиться ребята будут в 96-й школе и 133-й гимназии. С началом учебного года детей поздравила глава города Елена Лапушкина. Школа – это целый мир. Мир новых знаний, мир новых открытий, мир новых возможностей и, конечно, новых друзей. А возможность обрести новых друзей у этих первоклассников гораздо больше, чем у их сверстников. Потому что будут учиться вместе с другими школьниками. Мир и добра вашим семьям и в добрый путь. По традиции на линейке для первоклассников звучит первый звонок. С началом нового учебного года глава города Елена Лапушкина поздравила и учеников 49-й Самарской школы. Ребята, я вам от всей души желаю новых открытий, новых друзей, новых радостных встреч. Я желаю вам, чтобы каждый предмет для вас был успешен. А родителям и педагогам я желаю, чтобы у них всегда был повод гордиться вами и вашими успехами. К 1 сентября в 49-й школе готовились особенно тщательно. Здесь провели большой ремонт. За летний период поменяли пластиковые перегородки на первом этаже, полностью заменили потолок, установили автоматическую пожарную сигнализацию в холле первого этажа, покрасили стены, обновили стенды. Глава города Елена Лапушкина пообщалась с представителями родительского комитета и поинтересовалась мнением об изменениях в учебном заведении. Особенно рады обновленному пищеблоку, признаются родители. Столовая очень преобразилась, начиная от, получается, ремонта, также кухонными принадлежностями. Я думаю, что детишкам будет очень здорово там. Теперь здесь все обустроено с учетом мнений детей и их родителей. Даже цветовую гамму выбирали все вместе. Дети все очень хотели, чтобы пищевой был яркий, чтобы было приятно зайти в столовую, и я думаю, что у нас получилось. В обновленном пищеблоке установлено современное оборудование, закуплена вся необходимая посуда. В школе будут обучаться более 400 учеников младших классов. По указу президента страны и распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, все они будут обеспечены горячим питанием. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.